Дорогие мои, я хочу обратить ваше внимание на важность порой в ваших работах, особенно работах по сотворению своей реальности. Необходима точность формулировок, необходима корректность формулировок. Не должно быть двучтений, разночтений, потому что то же самое произойдет и с результатом вашей духовной работы, дорогие мои. Еще обратите внимание, когда вы читаете какой-то источник, особенно это касается сети, социальной сети, смотрите за последнее время множество его публикаций, насколько они резонируют с вашим сердцем, насколько грамотно человек пишет. Обратите внимание на пробелы, там ли они стоят, на запятые, на слог, либо он слишком витиеват, либо он слишком высок и возвышенен, либо этот слог какой-то коряв и непонятен, витиеват, и вы должны задумываться над тем, что там написано. В принципе, когда идет канал чистый, когда канал идет на высоких вибрациях, слог вообще понятен. Да, это могут быть стихи, да, но обычно речь проста, однозначна, не употребляется много витиеватых слов, доступна в понимании. И, соответственно, человек и пишет, правильно расставляет знаки препинания, пробелы, все остальное прочее, у него тоже ложится автоматически. Да, конечно, я знаю, у самого бывает, когда я пишу с телефона, то редактор так бывает наворотит. Но я потом стараюсь перечитать и все-таки вам не предоставлять опечатки, очепатки и так далее. Поэтому будьте к этому тоже внимательны. Это тоже показатель чистоты вибраций того канала, которым вы пользуетесь, информации которого вы доверяете или не доверяете и так далее. Ну, как-то так.